Экс-бойцы батальона «Донбасс», которых подозревают в ограблении и избиении председателя областного хоссуда Бориса Желика, в суде заявили, что полицейские выбили из них признание. Напомню, в начале июля четверо неизвестных в масках ворвались в дом судьи. Пытали его и его супругу, угрожая автоматом, отобрали 300 тысяч гривен. Через две недели налетчиков задержали. Трое из подозреваемых – бывшие добробатовцы, еще один – житель Черновцов. Задержанные дали показания и признались, что о сбережениях судьи узнали из его электронной декларации. Суд первой инстанции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, после чего последовала апелляция, которую судья отклонил. Затримали без ухвали слідчого судді. Протокол затримання складено не було. Він був там побитий. З Києва він був доставлений до міста Чернівці. Приїхав вже синій, покази вибиті, ну, таким чином.